Новополский «Нафтан» в матче третьего тура чемпионата Беларуси среди команд первой лиги уступил «Пинской волне» со счетом 1-4. Преимущество гостей уже с первых минут обозначили Виталий Рушницкий и Денис Ковалевич. Искандару Зарабекову удалось ответить «Волне», обыграв защиту в штрафной соперника. Это был единственный гол новополочан в этот день. У «Пинска» еще дважды отличился Алексей Теслюк, установив окончательный счет матча 4-1 в пользу «Волны». Новополский «Нафтан» сейчас занимает 6-ю строчку турнирной таблицы. На счету команды 4 очка.